повеселимся. Танки у нас бисовые. Я шотник нахуй. Это точно. Сразу на себе череп поставлю, что не на шотник. Ставлю 500 голды. Так лимон будет тынчить. Все вместе. Ну, давай, поехали. Может, елка, ретрика. О, господи, мог. Откуда он появился? Из пола. А пола это лава. Видок это пухло у меня козырное. 202 этим левел стал. Слушайте, вы, конечно, извините меня, вот вы там говорите, там тактики ЦЛК все должны знать. Половина сервера не знает тактики РБК. Вон Джайна кинули, что ты хочешь? Кто-то, ну, это один статик и больше, ну, два статика кинули Джайна. Что вы... Ну, Джоки я с Гарды кинули. Там фетиш упал, а фетиш... Ну, короче, я там посмотрел только что сегодня видео. Там есть одна тактика на переходке. Она с Пейджина, с Хагата, с этого. С Катаклизма, короче. Типа, когда именно идут шипы, надо по четырем сторонах забивать кристаллы и бегать, не попадать. Если зайдешь в центр купола, ты замедляешься, и тебя шоки просто. Обсуждать про Джайна, если вы с 25-го даже Синдера еще не можете убить. Вы? Или мы? Мне вообще пофиг на эту Джайну. Мне тоже. Нам надо еще до своих хэм начать ходить, блядь, для начала. Для начала надо сначала начать ходить в этот, как он называется, Лича 25 опыта. По КД за 2 часика. Это было бы вообще отлично. Здесь знаем, типа целка манина. Что ты его тоже танчишь, что ли? Владыкашка? Да я вагон. Один танк, считай, у нас. А трэш там был. Ну. Лимон все, короче, да? Секунду, я отойду. Бля, у меня даже жрачки нет, я забыл даже жрачку купить, ё-моё. Тут мастер. Чё за бой начался? Да либо там мобов решил пофармить. Бля, у меня бой повесился. Ёлки.
О, нету. Лимон, как Сава, блядь. Чё? А он повернул меня к хвостом от него. Это он специально делает, чтоб тебя дракон отрезвил. Пойму, откуда у меня на энхе, блядь, 40% крита, но мне не до кобеткости мастерства. Ну, ловкость нормально дает. Блять, я Талмиран не настроил. А, блядь. Какой автобьют вообще? Чулан. Один чулан и все? Ну я бью ТШ-ка. Смотрите, там дыхание скоро будет. Убегает из центра. Беги, малыш! Беги! Ой, хан! Ракал вообще просто. Как нет, уж Честер, как нам не хватало твоих комментариев в предыдущем рейде? Ты бы там так выражался бы, это просто что-то с чем-то было. Это когда мы пошли в ИК? Десятку идти или куда? Ага. 25-ку вам что не стыдно? Десятку. На скольки там фазы у дракона? 40? Подожди, Честер, а тебя в ВРС-ке в десятке не было? Не, я... О, так это ты тоже много пропустил. Ой, ты не писали это случайно видео с РС-ки 10? Сам. Ну, короче, Честер, пойди посмотри, потому что там типа фразы, знаешь, и видно там. Тю, люди, а чего вы из луж убегаете? Та ну, стойте, в них же ДПС. Типа, бегите, в них ДПС, вы так вырастаете. Вы все бегут в эти лужи. Они наоборот забегать потом начали. Дыхание отходить из центра ушли. На сову сейчас дыхание, прям на две совы сейчас дыхание будет. Ой, я сдох, лол. Значит, ты сова. Но она смотрела не на меня. Все, ты сова. Скажи, у-у. Сука. Фу, рак, войд, ГП, нахуй. О, наконец-то. Хан 1900, я 1600 ДПС. Чё, садится, да, дракон? Рослый вышел еще. Моб, добивайте моба. Сейчас фиры пойдут поедут. Ну там ретрик тащит. Ну понятное дело.
О, мастер Шамуда. Свалку юзай. А чё, пусть он туда подвал, чё он делает? Захиливай. Сейчас дыхание. Ставь тот пейнт. Это дыхание, не дыхание. Будете крутиться вокруг босса. Когда его фиряет танка, бегайте сбоку босса. Правда, лимона сейчас откидывать будет. Сейчас крылом ударит. Прям в трэш улетит, ровно в трэш. Не? О, откидывается три. И прям в это... Нет, не долетел. Захиливаю. Хорош. Я еще молотком юзаю, хлебал. Эх, который езжает выбор славы. О, блядь. К драконам полетел. Эллу. Так, что там на воина? Вот зараза. На друида? Вот холера. Древкова. Говорят, там нормальная тренинка будет на танке. За голову-то, да, в натуре надо взять. Ну я и сролю. Ха! Ты голову сролил? Не. Вот зараза, а кто сролил? Миндоунер. Маганит. Я нихуя не сролил, короче. Смотри, как он ластами машет. Лол. Гоблин. Сейчас еще куда-то будем идти, не? Попробуем ныкнуть, наверное.